«Дорогою добра». Сегодня в республике стартовал марафон именем детства во имя детства. Благотворительная акция 23-я по счету. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Даю старт открытию республиканского благотворительного марафона именем детства и во имя детства. Праздника! Облегчить, а то и спасти чью-то жизнь. Деньги от участников марафона направляют ребятам, страдающим ДЦП и туберкулезом. На поддержку малоимущих семей, реабилитационных центров, интернатов. Важен каждый рубль. Только в прошлом году собрали порядка 8 миллионов. Михаил Игнатьев отметил, что в республике растет число меценатов. Органы власти, общественные организации, предприниматели сообща объединяют и человеческие ресурсы, и материальные ресурсы для того, чтобы нравственность, мораль и этика была на высочайшем уровне. Первый вклад в копилку марафона от депутата Госсовета Юрия Кислова. На протяжении 15 лет именно он руководил региональным отделением детского фонда. Марафон вперед, Михаил Васильевич уже объявил. Спасибо за добрые дела, за такое прекрасное открытие. По итогам марафона в детском фонде назначают стипендии, победителям олимпиад проводят чемпионаты по волейболу и приобретают инструменты для творческих коллективов. Каждый год активное участие в благотворительном проекте принимают работники предприятий и муниципалитеты. Главное правило марафона – адресная помощь детям. Каждый район по своему усмотрению оказывает своим жителям помощь, именно тем родителям, которые попали в трудную жизненную ситуацию, у которых дети тяжело больны, они направляют из собранных средств жителями района на помощь конкретным семьям, чтобы дети могли поехать, получить какую-то дополнительную помощь. Подвести итоги марафона планируют летом. Внести свой вклад в общую копилку может каждый. Сегодняшний подарок детям – спектакль от театра кукол. Дмитрий Ковалев, Елизавета Зайцева и Бахтияр Велиев. Республика.